Татьяна Середенко представила недостоверные данные о своем финансовом состоянии. После судов и проверок прокуратуры в повестку дня очередной сессии городского собрания Сочи был включен вопрос о досрочном прекращении ее полномочий. За лишение Середенко депутатского мандата проголосовали 34 из 37 депутатов. Кроме того, сегодня на сессии были рассмотрены поправки в бюджет курорта. Он увеличится почти на 34,5 миллиона. Эти деньги выделяет край на благоустройство Сочи в связи с проведением футбольного чемпионата. А за счет перераспределения средств городской казны дополнительное финансирование получит инфекционка в Дагомысе. Это 8 миллионов рублей. Те средства, которые были перераспределены между отраслями и на отрасль строительства, мы добавляем 28 миллионов рублей. Это было сказано, это 3 наших детских садика и 1 школа. Для того, чтобы завершить готовность проектной документации и уже приступить по некоторым объектам к строительству в этом году. Это очень важный вопрос. Дополнительные соцобъекты могут появиться и за счет возвращения в муниципальную собственность 5 гектаров земли в Адлере. Это оставшиеся после строительства к мундиалю футбольных полей участок. Кроме того, депутаты проголосовали за введение единой госсистемы соцобслуживания. В общий реестр будут внесены все 18 категорий льготников, получающих городские пособия. Также сегодня стало известно, что ТОС за вокзальный в связи с большим количеством жителей поделили на 2 округа. Появился новый ТОС «Солнечный».